привет. Сегодня ничья. Сегодня мало голов, моментов много. Где забитые мячи? Кто был ближе к победе, на твой взгляд? Ну, наверное, обе команды были в равных положениях. Вот, то есть примерно одинаково к победе. И у них были шансы, у нас в конце матча. Но с нашей реализацией, в принципе, мы создали довольно много, нам было забивать. Это проблема наша по сезону, и не только поэтому, что мы тоже создаем в те моменты, мы их не реализуем. После такого матча остается осадок книги как бы от результата или наоборот? Нет, ты знаешь, наоборот, у меня негативное впечатление матча, потому что практически у всех компонентов были ошибки, мы, у нас не получалось очень много. Начиная от защитных действий, то есть игроки активно двигались, команды вот, постоянно старались перемещаться, и вместо того, чтобы там играть и защищаться командам, мы почему-то бегали за этими игроками, теряли постоянно позиции и допускали опасные моменты. Это раз. А второе, это вперед просто ну, практически уже не получилось комбинационной игры. То есть мы старались кого-то опять забросить мяч, опять где-то на себя взять игру, но не пробовать комбинировать. Вот. Из-за того, что не было какой-то комбинационной игры, у нас ну, практически мало получилось впереди. Вот из-за этого. Ну, не знаю, из-за чего это сложно мне сказать. Это у нас тянется уже не первая игра такая. И на тренировках тоже самое. Утомить удалось соперник вас? Или лишние не усталость от матча? Нет, ну у нас, наверное, больше было людей. У нас еще были силы да, двигаться. Но соперник не устал, по моим впечатлениям. То есть у них были силы бегать, они активно играли все время. То есть нам их не удалось утомить. Вот. Но им тоже нас. Спасибо, Дмитрий. Да, пожалуйста.